Так, это Юпитер. Марта 2021 год, Харьков. 5:30 по Киеву, Харькове. И, к сожалению, облачко закрыли нам Сатурн. И сейчас закроет и Юпитер, но... Тут уже ничего не поделаешь. Да, совсем. Ну, уже за облаками даже Юпитер. Хорошо, снимем сейчас полную луну. Благо. Это, конечно, тоже надо посмотреть. Все в облаках. И только на западе у нас хорошая свечина, хорошее чистое небо. Ровно там, где луна. Сегодня полнолуние. Технически оно будет вечером, но... Даже сейчас, ух ты, Аристарх как наверх забрался. Надо же. Это получается, в течение я снимал перед полночью. Аристарх был чуть ниже. Луна вращается прямо. Ощутимо. Так, ну поскольку Сатурна, спутники Юпитера снять не получается, сейчас, наверное, этот дубль буду завершать и переходить на ISO 125, а сейчас снимаю в режиме съемка птиц. Да. Ну хорошо. 5:33 по Киеву. Перевели сегодня стрелки в Харькове. Хорошо. Пошли менять настройки. Вот так вот наша красотулька. Сейчас я в полный. Ну ничего, с каждым днем Сатурн и Юпитер будут вставать все раньше перед Солнцем. И это дает нам лаг во времени, чтобы поснимать. Сезон только начинается. Съемок. И лето в Харькове на 50-й параллели северной широты обычно. Весьма ясная, особенно если с зимой сравнивать.